Прошлый год в России был объявлен указом президента годом добровольца и волонтера. Накануне в клубе «Легенда» состоялся молодежный форум «Вектор добра», посвященный подведению итогов работы волонтеров. Посетил форум и глава администрации Кумертау Борис Беляев. На встрече он пообщался с молодежью города, рассказал о своей работе и начале политической карьеры и обсудил перспективы социально-экономического развития Кумертау. Также Борис Беляев отметил важность подобных встреч и участие молодых людей в жизни и развитии города. Сегодня молодежь у нас очень активная, очень мобильная, перспективная. И она, конечно же, знает, уверен я в этом, больше, чем старшее поколение, которое вот было в свое время тоже молодыми. И мне сегодня приятно и хочется, конечно, послушать в том числе и вас, как правильно, как нам строить свою политику, свою работу в том, чтобы наш город развивался хорошо. Молодые люди и девушки могли задать любые интересующие их вопросы. В основном молодое поколение интересовали программы поддержки специалистов, вопросы трудоустройства, а также то, какую поддержку могут получить желающие организовать и воплотить в жизнь свои бизнес-идеи. Одним из итогов встречи стало решение организовать встречу предприимчивых молодых людей с активом предпринимателей города для обмена идеями и опыта. В завершении торжественной части форума отметили лучших волонтеров за развитие добровольческого движения Кумертау и их вклад в хорошие и нужные дела. Среди них студенты, активные молодые люди, семейные пары и волонтеры серебряного возраста. Марину Сафонову можно по праву назвать главным добровольцем Кумертау. Именно она стояла у истоков развития волонтерского движения города. В интервью нашей телекомпании она подвела итоги года добровольца и поделилась планами на будущее. На самом деле он принес нам очень много событий важного характера. У нас был сформирован семейный отряд. Это только тогда в стране начиналось. У нас увеличилось количество серебряных добровольцев. У нас с помощью добровольцев не обходится ни одно мероприятие городского уровня. У нас идет и обучение добровольцев шло, и участие в форумах, и число добровольцев у нас в этом году увеличилось. Только в этом году у нас получено добровольцами 101 волонтерская книжка личная. Поэтому, я считаю, что мы завершаем год достойно, завершили достойно. Также Марина Сафонова поделилась мнением о том, насколько важны открытые встречи молодежи с главой администрации Кумертау. Это, конечно, очень важные встречи, потому что очень важно, чтобы глава администрации был открыт, и он знал, что интересует молодежь, и мы могли об этом открыто говорить. И с каждой встречи, мне кажется, они становятся более откровенными, более открытыми. Креативный формат проведения, интересные интерактивные площадки, подарки и благодарственные письма. Молодежный форум «Вектор добра» надолго запомнится молодым людям города.